من هذا ندخل إلى الزيارة عندما نزور المريض في بيته أو نزور غير المريض في بيته. مثلا أنا جئت إلى بيت الشيخ، كيف تكون الزيارة؟ Я говорю, отсюда мы перейдем, как, допустим, посещать больного у него дома. Или же даже не больного, допустим, мы посещаем нашего имама у него дома. Как мы должны его навещать? Как мы говорили о том, что надо для начала минимум, то есть спросить разрешение, если потребуется, то 3 раза. Если в течение 3 раз было нам разрешено войти, то заходим. Если нет, то уходим. Если он скажет нам, возвращайтесь все домой, должны вернуться. Должны прийти в подходящее время для посещения. То есть не должны ставить затруднительное положение хозяина дома сверх его возможности, да, то есть просить от него что-то большого. И, допустим, мы знаем, что есть какое-то время, которое неподходящее для посещения. Например, приходить к нему во время обеда. Что это означает? Что я хочу пообедать. То есть прихожу и захожу к нему. يعني يدخل إلى هذا يقول أنا إلى الآن لم أكل وأريد لا أكل إلا اللحم. Допустим, заходишь к нему и говоришь, я вот до сих пор не обедал, говорит. Вот я если буду обедать, то только мясо. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف. يعني أنا بهذا الكلام أجعل صاحب البيت يتكلف وهذا منهي عنه شرعا. И просто запретил нам ставить затруднительное положение или нагружать человека. То есть, если мы поступим подобным образом, то мы поставим затруднительное положение. Говорили о таком большом грехе, как, допустим, подглядывать за домом, да, прежде чем зайти в него. То есть, в щелку подсмотреть, в дверь, там, в окошко. А некоторые даже после того, как заходят в дом, начинают подглядывать, да, что там в доме у нее есть. Поэтому, когда заходишь в чужой дом, ты должен сесть спиной к двери, да, чтобы не видеть, что происходит у него в доме. То есть нельзя садиться напротив двери, чтобы когда дверь открывается, ты смотрел. Некоторые садятся на двери и начинают выглядывать, что там есть у него. والأصل أن صاحب البيت هو الذي يجلس الضيف في مكان، فإذا أجلس أمام الباب يقول اسمح لي أجلس هنا أحسن لي من أن أكون أمام الباب. То есть в основе своей хозяин указывает место гостю, говорит, ты садись здесь, ты здесь. Если тебя хозяин дома садит напротив двери, ты скажешь, ты извини, можно я лучше здесь сяду, лучше для меня будет, если я здесь сяду, то есть не напротив двери. وقلنا الزيارة تكون بمقدار محدد يعني لا يزيد عليه. То есть также посещение должно быть определенное время, то есть которое не надо превышать. لأنه يشق على أهل البيت. Чтобы не ставить, то есть не приводить затруднения семью. قدموا له طعام. Они поставили ему еду. أو شراب. Или что-то дали попить. ماذا يصنع؟ Что должен сделать? النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط. Пророк сам никогда не говорил о еде плохо, не говорил, что еда невкусная. То есть нельзя сказать, кто идут тебе поставить, сказать, что еда нехорошая. То есть если он пожелает, понравится это ему, ему эта еда, то пусть кушает ее. Если же нет, то пусть воздержится и не ест, и не говорит. Некоторые люди начинают как бы ругать еду, да, или высказывать свое недовольство этой едой. И происходит потом в этом доме проблема. Например, он говорит, кто говорит, эту еду приготовил? قال زوجتي. Он говорит, моя жена. قال هذه والله لا تعرف. Он говорит, لا تعرف شيء. هذا المفروض تتزوج عليه أنت. То есть он говорит, да, говорит, твоя жена. أو تطلقها. Надо говорит, другую взять или эту развести, говорит, кто не готовит. يعني هو عار الطعام وصنع إشكال في البيت. То есть он говорит, мало того, что говорит, начал порицать еду, говорит, еще и проблему в этом доме сделал. То есть если ты заходишь в какой-то дом, должен
с почетом относиться к этому дому. لا تتعدى على الحقوق. То есть не должен переходить границы. قدموا لك طعام الحمد لله وإلا تنصرف. То есть если тебе дали что-то из еды, то кушаешь, да? Если нет, то уходишь. نعم.